Всем привет! Сегодня у нас середина марта 2021 года. И кто-то у меня просил провести обзор моего птичника. Обзор моих птиц в птичнике. Вот, наконец-то я собралась это сделать. И показываю своих птиц. Это порода фавероль. Вот такая небольшая семейка. Две курочки. И Петя петушок. Характеристику этой птицы я давать не буду. Просто у меня сегодня обзор. Это куры породы фавероль. Ниже этажом куры породы барковская барвистая. Здесь у меня 5 курочек и петушок. Все эти куры и петушки работают на инкубацию. Поэтому все сидят отдельно. Петушки обслужите 10 курочек, но я всех сажу в уменьшенном количестве кур, поэтому, чтобы яйцо было оплодное наверняка. Рядом вольерчик. Здесь у меня находятся билефельдеры. 2 курочки и петушок. Все курочки у меня у породных крупных кур рассажены в меньшем количестве. Очень хорошая порода, мощный петух. Курицы тоже имеют приличную весовую категорию. Не только петух, но и курочки. Вот они, красотки, перед вами. Этажом выше находятся молодки. Барковская барвистая. Они сидят пока еще без петушка. Нестись они уже, конечно, давно несутся. Но пока будут жить у меня без петушка. Такие девашки. Это запасной Петя. Породы Михеленская кукушка. Ниже этажом запасной петушок билефельдера. Хотя 2 курочки для него есть. Они ходят в общем стаде. Здесь курочки Михеленской кукушки вот занимают довольно-таки внушительную площадь. По соседству куры брезгальские. Курочки синь-синь-дянь. Потрепанная жизнью. Петух у них очень любвеобильный. Ему надо, наверное, 20 курочек, и он с ними справится. Синь-синь-дянь. Китайская порода курочек, которая несет голубое яйцо. Очень полезная. Я из-за этих курочек отказалась от перепелов. Хлопот с ними меньше, чем с перепелами, а качество яйца лучше. Ну, вот это еще одна у меня порода такая. Лилипутиков. Это все курочки, которые у меня несут не инкубационное яйцо, потому что еще просто не расселены. Здесь у меня и представители: пушкинская, адлерская, серебристая, билефельдер. Курочки ходят еще свободные. Бресы еще ходят свободные. И занятые. Ликбар кремовый. Курочка, вот ликбар кремовый. Хотя вот там петушок
на прогулке ждет, когда я ее подселю. Ну, они пока у меня не несутся, и поэтому я не хочу их садить в петуху. Что еще вот у меня есть? Арпингтон палевый есть. Ждет своего часа. Австралворп есть у меня, тоже ждет своего часа. Пока еще работают на пищевое яйцо. Эти курешки у меня. Вот такой курятник у меня на середину марта. Ну, а все курочки сейчас будут получать витамины. Естественно, все семьи. Это кабачки. Эти тоже у меня клюют кабачки. Сейчас положу все это в кормушки. Это будет не на полу. Потому что на полу это плохо. Переложила. Выстроились все теперь в линеечку. Для того, чтобы поесть. Тоже в линеечку плохо, что кому-то не хватает места подступа и пойдет во вторую очередь на питание. Принцип моих этажей и ярусов вам понятен. Он вот так вот. И все у меня вот в таких ярусах. Ярусы довольно-таки объемные. Хватает места и по ширине, и по длине, и по высоте. А потом они все идут гулять, когда уже не нужно будет инкубационное яйцо. Все сделано своими руками. Все сделано с деревянным полом. Все одно и то же по всему моему курятнику. Так что такие вот у меня построены ячейки. И в них живут птицы. А летом пойдут все на выгул. Здесь у меня сидят те, кого уже давно надо отправить в суп. Но жалко называется у пчелки. Надо этим заняться. Здесь у меня еще одна дверь. Еще один загашник. Еще одна комната. В этой комнате также все сделано ярусами. Все сделано этажами. Принцип моих строений ясен. Мне удобно. Но работы, мама, не горюй. Площадь увеличилась в разы, убираемая. Потому что нужно вычистить на каждую территорию, каждую клеточку вычистить и убрать, продезинфицировать. Так что как-то вот так. Вот весь мой принцип. Ну вот, это все, что я хотела показать. Все это я сделала по заявке. В комментариях меня попросили это сделать. Я сделала. Ну и хочу сказать всем до свидания. Всем пока-пока и всем до новых встреч. Oh!